27 сентября в России свой профессиональный праздник отмечают работники дошкольного образования. Его основная идея – обратить внимание общества на дошкольное детство в целом. А еще это повод поблагодарить воспитателей за тот труд и тепло, которое они отдают нашим детям. За многолетний добросовестный труд и вклад в воспитание подрастающего поколения работники детских садов получили заслуженные награды от главы региона, окружного собрания депутатов и профильного департамента. Детский сад по праву считается первой школой жизни. А профессия воспитателя и всех работников дошкольных учреждений требует от человека не только самоотдачи, но и огромного терпения и любви к своему делу. Воспитание детей в начале их жизненного пути – непростая задача. Так считает молодой воспитатель Любовь Балакшина. В профессии она 3 года, сразу после окончания педагогического института. Самое сложное – найти подход к каждому ребенку, а также подход к их родителям. Вот. Интересно наблюдать за детьми, как они развиваются, как они познают мир. И главное – ходить на работу с радостью, так как это делаю я с удовольствием. Педагогов и всех работников дошкольного образования Центра развития ребенка «Радуга» от имени губернатора округа поздравила его заместитель Наталья Сидорова. Работа воспитателя, наверное, впрочем, как и всех тех, кто работает в детском саду, а это и младшие воспитатели, и психологи, и логопеды, и повара, и инструкторы по физической культуре, и музыкальные руководители. Да, это такая одна из самых сложных, но в то же время одной из самых доброй работы, которую мы с вами вы делаете. И труд воспитателя, это работа такая кропотливая, ежедневная, и действительно это очень высокое призвание быть воспитателем. Торжественные мероприятия по случаю празднования Дня работников дошкольного образования прошли сегодня и в Центре развития ребенка «Аннушка». Поздравить коллектив и ветеранов детского сада пришли заместитель руководителя окружного профильного департамента Лиана Храпова и спикер регионального парламента Александр Лутовинов. За многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие дошкольного образования сотрудники «Аннушки» были отмечены грамотами и благодарственными письмами. Бурными аплодисментами женская часть коллектива приветствовала инструктора по физической культуре Дмитрия Сухопарова, единственного в детском саду мужчину-педагога. Почетную грамоту Министерства просвещения за заслуги и достижения в сфере образования вручили заведующей детского сада Марине Хозяиновой. В Аннушке Марина Валерьевна работает уже 19 лет. Коллектив у нас дружный и сплоченный. Педагогический состав – это уже все практически стажисты, но у нас приходит и молодежь, которую мы учим, которую продвигаем вперед. Хочу сказать, что коллектив замечательный, потому что я сама уже работаю здесь 19 лет. И могу сказать, что это дружные, сплоченные люди, которые в трудную минуту поддержат тебя. А когда тебе хорошо или ты достиг какой-то цели, они обязательно с тобой вместе порадуются. Я хочу поздравить всех коллег с нашим праздником, Днем дошкольного работника, пожелать им, конечно же, здоровья, конечно же, счастья, оптимизма. Но все дошкольные работники, они все оптимисты. Радости, удачи и творческих успехов. Для большинства наших детей детский сад – это второй дом. А профессиональный праздник работников дошкольного образования – хороший повод выразить воспитателям признательность за их заботу и внимание к подрастающему поколению. Александра Литкова, Ирина Никешина, Антон Ведряков, Владислав Носкин, телеканал «Север».